Отличная новость для поклонников Джана Эмана. Турецкий актер возвращается на экраны в новом проекте, где сыграет пирата. Причем это будет сериал производства Италии. Что нам известно о новой работе звезды? Во вторник, во время интервью итальянской радиопередачи RTL, Джан Яман лично объявил о своем новом проекте. К радости поклонников актера, это будет работа в сериале производства Италии. Джан присоединился к сериалу компании LuxVit и продюсера Луки Бернабея Сандакан. Он признался, что очень счастлив, что его выбрали на эту роль и надеется оправдать ожидания зрителей. Его переполняет гордость за то, что он примет участие в международном проекте. Турецкий актер сыграет пирата Сандакана, вымышленного героя конца XIX века, созданного итальянским писателем Эмилио Сальгари, который сражается с английскими колониалистами. Впервые его приключения были опубликованы в 1883 году. Сандакан – главный герой 11 приключенческих романов. Он известен в Южно-Китайском море как «Тигр Малайзии». Успешная экранизация произведений Сальгари в прошлом веке оставила незабываемый след в сердцах зрителей. Тогда главную роль в них исполнял индийский актер Кабир Беди. Теперь Джану Эману предстоит нелегкая задача оказаться на высоте своего знаменитого предшественника. Также в сериале занят популярный итальянский актер Лука Аржантьера. По всей видимости, он сыграет роль лучшего друга главного героя, португальца Янеза де Гомера. Кто сыграет возлюбленную Сандакана Мариану, пока не сообщается. Продюсер Лука Бернабей в прямом эфире признался, что очень рад работать с турецким актером, который из стольких предложений выбрал именно его проект. После того, как Джан объявил о подписании контракта с итальянцами, в турецкой прессе тут же побежали слухи о том, что продюсер сериалов «Ранняя пташка» и «Мистер Ошибка» Фарух Тургут отнесся к этому решению актера достаточно прохладно. Напомним, что продюсер объявил о том, что он планирует новый романтический сериал с участием Джана на лето 2021 года. Однако, поскольку тот приступает к подготовке к зарубежному проекту, вряд ли у господина Эмана получится сняться в летнем сериале компании Gold Film. Напомним, что после того, как от Фарука Тургута ушла Димет Аздемир, он был крайне недоволен и даже снял ее с промо-постеров «Ранней пташки», которые были размещены в Каннах. Что будет в случае с Джаном, мы узнаем совсем скоро. Джан Яман стал третьим турецким актером, который снимется в итальянском сериале после Саадет Ишиль Аксой и Мехмета Гюнсура. Съемки проекта стартуют в октябре 2021 года. До этого момента Джан отправится в лагерь для подготовки к съемкам. Когда сериал выйдет в эфир, будет ли он показан на итальянском телевидении или же предназначен для показа на платформе, не сообщается. Известно, что сейчас продюсеры ведут переговоры с телеканалами и платформами на показ проекта, который будет состоять из 8 серий. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.